Так вот, у меня уже потихоньку пошли комменты. Так вот, видео про то, как надо собрать кубик радуги, у меня один раз какой-то чувак написал коммент, чтобы я снял видео о том, как я делаю эти все кубики. Что ж, попробую. Значит так, делаю сейчас очень крутую головоломочку. Называется она «Желе». Вот. Именно потому, что играю в игру «Jelly Defense». Ну, тут, в принципе, как ее сделать, потом все поймете. Так вот, берется кубик Рубика сначала и обрезается вот в такой вот кристалл. Прям как в игре «Jelly Defense», да? Похоже очень. Вот такой кристалл. Это очень просто, просто вот тут вот, вот так вот вырезается. Тут так линия, вот раз, раз, раз. Тут раз, раз, раз. Тут опять раз, раз, раз. Так вот обрезается. То есть, посмотрите. Вот. Эту гонку мы уже видели. Я ее даже показывала, как собирать. Вот. Видите? Все просто. Просто обрезаете такую форму. Я использовал... Мне просто купили такую пилу, знаете, она... Так вот. Короче, подставляете кубик, она... Такая сносит. Вот как... Вот. Ну как... С таким вращающимся диском, вот, вот, вот такая, как вот, такая вот, короче, такая электронная пила, она очень хорошая, я из нее сейчас сделал такой хороший крик-гонг, так стало, сразу стало легче, я прямо эту гонку сделал легко прямо, прям взял, пилю, там пыли было очень много, короче, вот первое, что надо сделать, это вот это, из этого кубика Рубика, ну что ж, да. Смотрите, крутится, да. Сразу вас предупреждаю. Потом эта гонка, она... В принципе, потом что мы будем делать после этого? Мы... Вот, видите? Сравните с кубиком Рубика. Тут, посмотрите, мы эту гонку должны потом после этого снова превратить в кубик. Вот. Но как? То есть мы спиливали вот эту часть, посмотрите, да? Но мы видим, что есть грани, они одинаковые. То есть мы можем продолжить вот эту грань снова запилить, тогда мы получим прежнюю гонку. А можем вот эту смолой залепить, вот. И тогда мы получим другой кубик. Другой совершенно. У него как бы сдвинулось все, посмотрите, другой кубик. Гонка, полученная из кубика Рубика... Спилена, обточена, но в такую же форму кубика, понимаете? Вот, то есть вот не с этой стороны, а вот с этой надо продолжить. Вот, вот с этой. Вот этот кусок продолжить, вот этот вот. Короче говоря, вот так вот. Это сложный этап, но я думаю, что вы с ним справитесь. Однако, после того, как вы сделаете это в кубик, это еще будет не все. Потом... Обо всем расскажу. Ну, в принципе, первое, что надо сделать, это вот это. Смотрите. Потом берете просто и вот так вот. Надо снова это превратить в кубик. То есть вот, видите, кубик Рубика? Так вот, так вот. А если его сдвинуть вот так вот, вот видите? И вот залепить вот это. Вот так вот. То получится кубик. В общем, вот такая хорошая у меня идея. Интересно, что из этого выйдет? Потом с кубиком я еще кое-что сделаю крутое. Тогда все поймете. Вот. Кубик, кстати, я использовала очень такой. Он прям ларьковый, знаете, но... Он ларьковый кубик. 50 рублей стоит. Но к великому удивлению, кстати, какой. Так, наклейки более-менее хорошие. Фирма нормальная. Ну вот если вам видно, конечно. Тут не отсвечивает, да? На камере. Видите? Главное, внутри он смазан. Смазан. Деталька такая. Мокренькая такая. Видите? Все тут смазано. Смазочкой. Не знаю. Ну вот я сделал эту гонку. Сейчас вот. Только что буквально. Пилил, пилил. Вот и сделал. Ну что ж. Следующим этапом надо будет это все снова заклеить. При этом не с этой стороны, а с вот этой стороны. С вот этих вот сторон, которые не были распилены. Понимаете?
сдвинуть как бы его. Что ж, удачной вам сборки.